что такое Рождество. Вместе с Колобком разбирались воспитанники Елены. Кукольный спектакль для них подготовила театральная студия воскресной школы. У сказки был и подтекст. Колобок не послушался бабушки и ушел, а потом понял то, что ему не хватает бабушки, и пришел опять к бабушке. Светлый праздник любви и прощения. Вслед за Рождеством православные отмечают крещение. Крещение – это когда Иисус родился, прошло несколько дней, и его покрестили. А еще в крещении освящают воду. Христиане верят, что святая вода обладает целебными свойствами и помогает очистить душу от злых мыслей, а тело от болезней. Захотите, чтобы святая вода омыла всю скверну вашей души и помогла вашему телу избавиться от недугов. Хотите этого? Да. А что так неуверенно? Да. Хотите? Ну что ж, тогда так и сделаем. Священник окропил ребят святой водой и пожелал им взращивать в своих сердцах любовь к ближнему и быть добрыми друг к другу. Всем добра, чтобы никогда никто не ругался и чтобы все были счастливы. Присоединяются к поздравлениям Зинаида Исаева, Никита Мищенко. Новости Губкинского.